Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам приготовить фаршированный перец по очень необычному рецепту. Приступаем! Итак, что я предварительно подготовила? Я приготовила фарш как для котлет, то есть перекрутила мясо на мясорубку, добавила туда лук, булочку, молоко, посолила, поперчила и все хорошо размешала. Порезала перец толщиной примерно 1,5 сантиметра. Тонко нарезала кольцами помидоры и сыр натерла на крупной терке. Итак, приступаем к самому приготовлению. Итак, противень я застелила пергаментной бумагой, наношу небольшое количество растительного масла и хорошо его распределяю. Выкладываю тостовый хлеб. Хлеб смазываю кетчупом. На хлеб выкладываю перец. Серединку перцев заполняю фаршем. Теперь наношу небольшое количество майонеза. Укладываю помидоры. Немного их приперчу. Опять совсем немножко майонеза и сыр. И ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов. Это вкусное и необычное блюдо на праздничном столе будет смотреться очень эффектно. Советую попробовать его и вам, и приятного всем аппетита!